На конкурс дети читают стихи. Чбековская Вероника, 9 лет. Начальная школа номер 35, города Омска. Орлов, салют. Гремит за окнами салют, огни букетами цветут. Мелькают в комнате моей цветные отблески огней. На стенке у дедушки портрет, ему здесь ровно 20 лет. Ремень, пилотка, ордена, суровый взгляд у деда. Еще не кончилась война и далека победа, но до нее не дожила. Под Курском дедушка сражен. Гремит за окнами салют, огни букетами цветут, и озаряет яркий свет на стенке дедушки портрет.